Хочу семью, но боюсь не справиться с трудностями. Но здесь уже нужен только личный разговор, потому что нужно видеть этого человека, что по каким причинам он не может. Некоторые, вы знаете, есть просто рождаются такие люди, которые даже представить себе невозможно, чтобы он, например, женился или вышел замуж. Такие есть случаи, но невозможно. Просто даже бывает подчас, ну, смешно даже представить его, например, мужем. Причина, надо смотреть на человека. Разве такие вопросы можно решать вообще? Ну, а если уж так бы, если полушутка и полусерьез, то сказать бы, волков бояться в лес не ходить. Вот так. Коли хочешь семью, ну, так давай подбирай, да, и женись, выходи замуж. Вот так. А бояться что же делать? Это уже какое-то некое, может быть, даже эгоистическое чувство. Каких трудностей-то боюсь? Конечно, мне придется еще бы. Придется очень, когда посмотришь на семью, где дети, все, да, конечно. Это же эгоизм. Это самый настоящий эгоизм, да, с которым, наверное, бы верующему человеку-то стоило бы и побороться. Поэтому, вы знаете, кстати, вам скажу, вот такой есть святитель Григорий Палама, вот будет его память, вот, теперь великим постом воскресный день. Например, Илларион Троицкий, вот, кстати, бывший инспектор вот этой нашей Московской духовной академии, Иоанн Крестьянкин, известный старец. Знаете, что они говорили? Ну, я просто так привожу вот этих троих, известные очень фигуры. Что они говорили? Они говорили вот что. В монашество идут самые слабые люди. В брак вступают сильные. Здорово. Верно. Еще бы. Кажется, есть и там, и здесь свои, и то, и другое. Но вот они, например, были уверены, что монашество – это куда более легкий путь, нежели брак. Где постоянно где сталкиваются, во-первых, две личности, там появляются еще дети, там столько забот. Недаром же, опять если обратиться к истории христианства, то встречаемся с такими поразительными фактами, поразительными. Макарий Великий, его называли земным богом, и вдруг ему прямое откровение. Он должен идти в такое-то село, в такую-то семью, должен зайти туда и поучиться у них. Он, конечно, приходит, там его встречают две женщины, которые замужние, дети, они увидели чуть ли, что называется, в обморок не упали, тем более, что он спрашивает у них, как вы живете, как вы живете. Они ахнули и говорят: «Батюшка, как мы живем? Это же ужас один! И не знаю, где мы будем! Какой ад только нам уготован!» И так далее. Макарий Великий ушел и возблагодарил Бога. Говорит: «Такого смирения, да, я еще не приобрел». Подобный же случай был у Антония Великого, когда он пришел в Александрию, на то, что в Москве. Видите, так, к сапожнику. И пришел к нему тоже. Говори, как ты живешь, меня Бог послал узнать. Тоже поучиться. Сапожник ему только и ответил: «Ой, отец, я только одно знаю. Я буду в самой преисподней, потому что ничего доброго не делаю, одни грехи». И Антоний опять ушел с благодарением Бога. Он научился. Представляете? О, как здорово! Еще бы! Вступить в брак – это труд. Это действительно подвиг. Это правы вот эти вот наши святые старцы, которые говорят, что монашество куда легче, нежели жизнь в браке. Вот, оказывается, в браке-то человек, скорее всего, познает свои страсти, увидит и лень, и лицемерие, да, и лукавство, и тщеславие, и гордость, и гнев, и злость,
И чего только не увидит. Увидит все свои страсти. Вот они всплывут, знаете, на поверхность. За голову схватится. Вот я никогда и не думал, что я такой. Это то, что необходимо увидеть человеку. Это совершенно необходимо увидеть себя. Это называется познанием себя, без которого человек не может принять кого? Спасителя. До тех пор, пока я хорош, меня никто не трогает, ничего. Мне никакого спасителя не нужно. Мне нужен только наградитель. А вот здесь-то в семье человек увидит, что в нем творится. И на себе, и на второй половине, конечно. Взаимность будет полная. И ссоры, и недоумения, и разборки, и так далее. Вот здесь он познает себя. И здесь он действительно скажет: «Господи, только ты можешь спасти меня, я погибаю». Настоящим христианином становится. Вот как. Так что вот это, когда он говорит, что «хочу семьи, а боюсь», это признак не очень хороший. Боюсь, что тут не слишком ли много эгоизма. Вот так.